Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотел сразиться в Колизее с его чемпионом. Совершенно верно. Как бы объяснить? Да, это сильнейший козырь в моей магической колоде. Его можно использовать лишь раз в десятилетие. Но я не хотел обмануть ожидания Эльникса. Чтобы прибегнуть к нему вновь, мне придется еще 10 лет копить силы. Я слышал, он могущественный соперник. Этим меня и заинтересовал. Хочу выяснить, кто сильнее, чемпион или Газеф Стронов. Клянусь именем Айнца Олгона, что в поединке с чемпионом Колизея я не буду использовать магию. Ну поклялся, ну молодец. И что стоит твоя клятва, владыка? Я, Айнц Олгон, король-колдун, представитель сильнейшей расы нежити, повелитель смерти. Скотина, склонись передо мной, как лист перед травой. Похоже, мне следует несколько изменить отношение к твоей расе. Победителю решать, казнить или миловать проигравшего. Поэтому, даже если ты погибнешь, не протився возвращению к жизни. Верно. А ты мне нравишься, чемпион. Если я выиграю, ты подчинишься мне. Поглощу ваше, что он сказал? Ах ты суть. А ты интересный малый. Но что это за стойка? Думаешь загнать меня в угол? Мы с тобой на секундочку союзники. Мог бы хоть немного поволноваться за товарища. Зиргнев, я тебя запомнил! Твоим прикосновением я могу вносить негативную энергию в тела противника. Конечно, ты можешь исцелиться от нее своей регенерацией. Но в то же самое время, прикосновение существенно ограничивает силу и ловкость противника. И от этого тебе не избавиться. Перед поединком с тобой я добровольно отказался не только от заклинаний, но и ограничил выбор магических предметов. Ты чё такой жёсткий-то? Ты против кого воюешь, козлина? Чемпион остерегается огня. Пламя может помешать регенерации тролля. Неважно. Довольно тяжело выступать в гостях. Чемпион, следующая атака тебя убьет. Если хочешь сдаться, сейчас самое время. Ах ты, козёл. Не хочешь сдаться? Что ты себе позволяешь? Какой еще прикончи, Зиркнев? Тебе попался неудачный соперник. Может, ты сильнейший в Империи, но я, скорее всего, во всем мире. Внемлите, люди Империи! Я создаю в Колдовском Королевстве школу для подготовки авантюристов. Их будут учить, оберегать и отправлять навстречу миру, чтобы они принесли пользу моей державе. Под моей властью авантюристы не станут оружием в войне. Как вы уже могли убедиться, боевой мощи мне не занимать. Те, кто ищет настоящих приключений, мечтают познать неизвестное и открыть мир, приходите служить мне. На вашей стороне будет могущество, которое вы не в силах даже представить. Пока я рядом, вам не страшна даже верная смерть. Дорогой Зиркнев, о каком признании вы говорите? Я даже слов таких не знаю. Столь важные вопросы не решаются устно. Изложите свое предложение в письменной форме. And then don't touch me. Кстати, мне говорили, я говорю, а я еще кое-кого озвучиваю в этом сериале, кроме Овера. Кого? Наверное, touch me. И это был подкол, да? Это был подкол, типа его нет в этом сериале, этого touch me. Ах вы, я вас раскусил.